Самое время открыть еще два блока. 9 и 10. Полкейса уже открыто. 78-77 и 83-40. Номера этих блоков. Так. 9 блок. По счету номер 83-40. Как уже показал. Итак. Первые пакеты из него. И первая джерси сразу. Финальная серия. С очень неплохим куском. Но покажу в свое время. Так, параллелка. И пошли параллелки, что тоже неплохо. И еще раз 5+1. Третий кит остался. Четвертый, извиняюсь, это есть. И что это будет, в общем-то, не очень понятно. Минимум по 5+1, по крайней мере, выполнили. И нет, все-таки третья карточка. 5+1. И остается теперь только параллели. Последние пакеты, 5 штук. Смотрим. Александр Салак, СКА, Криштинис Редликс, Динамо Рига, Марк Квапил, Динамо Москва. Далее золотая версия Евгений Ковыршин из Северстали, 5400. Иржи Секач, Лев, Алексей Терещенко, Акбарс. Золотая версия Том Вандель, Спартак, 3 из 100. Том Вандель. И третья золотая параллелка Толгаджей Лауов, 73 из 100. Борис, Вячеслав Козлов, Спартак и Максим Пестушко, Динамо Москва. Такие вот параллели. И теперь хиты. Томаш Мойжеш, 5+1, Слован, 121 из 300. Ну, почему-то вот этот сфокусировался, 121. Майк Ландин, 214 из 300, Борис, Оскар Осало, 110 из 300, Нефтехимик, и джерси финальной серии Динамо Москва, Константин Горовиков, 37 из 250, отличный кусок справа, кусок эмблемы, по всей видимости, и одноцветный слева. Константин Горовиков это был. И теперь блок номер 10, номер 88-77, 23.00 у нас уже в Екатеринбурге. Сегодня, кроме Дня России, еще один праздник. Начало чемпионата мира по футболу. Вот тоже до этого события знаменательного.
хотелось бы закончить вскрытие первого кейса. Да, посмотрим, насколько это получится. Что-то время еще есть. Джерси драфта. И пока больше ничего интересного. Ну и все. Пока. Далее. Посмотрим. Первая параллелка. И где же еще что-то? Хоть что-то. Пока ничего. И еще параллелка. И еще параллелка. Так, три параллелки пока. Так. Новые пакеты. Ну и пошли параллелки. Вот тут даже видно несколько. Хиты где? А, вот и хиты. 5 плюс 1. И еще одна параллель. Так. Дальше 2 хита все-таки. Еще должно быть. Пакетов не так и много остается. Ну, параллелки заодно. 5 плюс 1 снова. Ну и где? Что-то еще интересное. Пока не вижу. А пакетов остается вот буквально 5. Собственно, хит еще. Давайте искать внимательней. 3 всего-навсего хита было. Так, а вот пропустил все-таки автограф, извиняюсь. Так. Тогда поехали смотреть. Так, сразу разложу. И начнем с параллелей. Вадим Щипачев, СКА. Далее Алексей Морозов, ЦСКА. Степан Захарчук, Акбарс.
Алексей Бондарев из «Трактора». Мэтт Андерсон «Спартак». Виталий Коваль, золотая версия 30 из 100 «Торпеда». Олег Горошко, «Динамо Минск». Еще две золотые параллелки. Бронислав Мизей, 49 из 100 «Витязь». И Евгений Катичев, «Трактор», 34 из 100. И далее Сергей Розин из «Витязя». Такие вот параллелки. Хиты. Теперь Александр Юньков, «Амур». 131 из 300, 5 плюс 1. И Максим Афиногенов, 214 из 300, «Витязь». Далее джерси Павел Красовский, «Локомотив» Ярославль, 217 из 250, Павел Красовский, «Локомотив», одноцветная джерси. И автограф Патрик Бьоркстранд. Представляет он у нас Медвежчак под серией «Добро пожаловать в лигу». Первый автограф подобный. 19 из 50. Патрик Бьоркстранд. Медвежчак. Так, 10 блоков открыто. И самое время сделать паузу.